Привет, дорогие друзья! Вы на канале Милогим, это Тока, и у нас здесь вышло обновление. Очень классно, ребята, давайте зайдем на почту и там посмотрим, что же это за новое обновление. Ребята, появились классные эмоции, теперь видео с Тока будут еще интереснее. Вот, смотрите, у нас появился новый значок, вот такая мордочка, и вот разные эмоции, которые можно перетаскивать на наших персонажей. Давайте на крампеты попробуем. На крампеты не работают, к сожалению. Было бы прикольно, чтобы крампеты тоже делали такие классные эмоции. Давайте посмотрим на персонажах и заодно получим подарочки. Так что, ребята, следующее видео, которое выйдет уже завтра про Тока, будет с эмоциями. Оно будет очень классное. Я очень рада, что у нас появились такие эмоции. Ребята, смотрите, какое испуганное лицо. Ну хорошо, давайте мы с вами сейчас каких-нибудь персонажиков разных выберем. Давайте вот классический персонаж, который изначально в игре идет. Я хочу на них попробовать. Давайте выберем малыша. Давайте два малыша, мальчик и девочка. Можно выбрать еще, например, вот такого монстра рыженького. Кого еще возьмем? Давайте попробуем на девочке вот на этой тоже сделать. На гамбургере попробуем сделать. И потом мы еще на дедушке и бабушке попробуем. Ну хорошо, давайте начнем. Мне интересно посмотреть, какие же будут у них эмоции. Давайте сначала будет у нас веселиться девочка. Ребят, смотрите, как это классно. Помимо улыбки появляются еще вот такие блесточки. Такие же, как на подарках на почте. Так, монстрик. Может быть, ты будешь плакать? Девочка заплакала. О, как у нее прикольно. Слезки льются, ребят, с анимацией. Не просто так картинка, а именно что с анимацией, бедняжечка. Так и мне жалко стало. Так, вот, смотрите, все плачут. Нет. На монстриках не работают эмоции. Смотрите, монстрики не меняются в лице. Так, хорошо, тогда мы, у нас тут все рыдают, давайте мы сделаем их сердечками. Ой, ребята, сердечки полетели. Это прикольно. Ну-ка, малыши, хватит плакать. Вот тоже у всех сердечки. Но они не всегда идут, а только когда эту эмоцию перетягиваешь на персонажа, и сразу идут сердечки. Вот такая красота, ребят. Я очень рада, что у нас такие эмоции появились. И есть еще эмоции злости. Вот, смотрите, все разозлились. Давайте уберем монстриков. Они все равно у нас не работают, поэтому мы их уберем. Они нам не нужны. И поставим кого-нибудь. Я хочу бабушку-дедушку сделать. Так, монстриков пока уберем сюда. И выберем вот эту бабушку и дедушку. Который у нас швея, он же у нас шьет. И нужно с него очки снять. Монстрик, подержи пока очки. И, может быть, еще кого-нибудь возьмем. Давайте выберем кого-нибудь. А вот этот, интересно, тоже не будет менять? Давайте посмотрим на инопланетяшки. Может быть, он будет все-таки менять? У нас мордочки. Вот, инопланетяне. Но я думаю, что навряд ли он будет менять лица. Ну, и лисенка. А вдруг, ребят, вдруг тоже будет работать? Хорошо, какое мы еще... Злая стоит в желтом платье. Смотрите, какая она красная. Так, облизывается. Вкусненькое что-то покушали, облизывается. Ой, все языки повысовывали. Дедушка тоже, у него из-за усов не видно, смотрите. Из-за усов не видно. Так, а теперь все заболели. Эпидемия, ребята, какой ужас. Нужно всех лечить срочно. Так, а тебя не видно. У тебя что? Ты не работаешь, я так понимаю. Да, ребят, он не работает. Ну ладно, хорошо. Давайте всех полечим, будут теперь все у нас удивленные. О, смотрите, какие идут вверх. Такие интересные полосочки, все удивленные, что-то увидели. Такое сверхъестественное. И, конечно, страх. О, ребята, как это классно, мне нравится, ребят, обновление просто супер-супер-пупер. Вот такие вот прикольные у нас появились эмоции. И теперь стиралочка. Просто так берем, и у них лица становятся как обычные, ничего такого. Это, ну, интересно. Мне понравилось. Ну что, ребята, давайте, может быть, подарочки тогда получим. Посмотрим, что у нас там по подарочкам. Сейчас я лишних уберу персонажек. Так, сюда запрыгивай. Монстрики. Малыши классненькие в Токе все. Так, что еще? Может быть, а кого еще? На ком еще можно попробовать? Я даже не представляю. Но монстрики, да, монстрики у нас, по-моему, так не работают. Но я хочу еще раз попробовать. Вдруг? Нет, ребят, рыбка тоже никакие лица не меняет. На монстриках это не работает. Это работает только на человечках. Но от этого оно хуже не становится, ребята. Это обновление, оно очень прикольное и очень такое интересненькое.
Так что завтра будет видеосток и с эмоциями. Очень уже хочу что-нибудь прикольненькое снять с эмоциями. Давайте теперь у нас бабушка получит подарок. Интересно, что же там будет? Смотрите, какой крутой ей подарок попался. Бабушка у нас теперь модная такая, в кроссах и в футболочке с сумочкой. Вот так ей повезло, теперь она супер модная бабулечка. Ну что, мои дорогие друзья, на этом видео подходит к концу. Я надеюсь, что вам обновление-то понравилось. Бегом в игру, смотрите, играйте. Теперь играть будет намного-намного интереснее. Можно классные сценочки делать с новыми эмоциями. Всем спасибо за просмотр и встретимся в следующем видео на канале Милогейм. И всем пока-пока!